В городе Омске, где проживал Георг Бон, сопротивление равнялось Пер-квадрат. Сила тока реки выталкивала паром на пологе извилистый плес, аккурат супротив котельной, и чем упрямее сей факт, тем длиннее Транссибирский тракт. Наводить индуктивность, как тень на плетень мостах, дебаркадера ржавые ребра, речное лоно изучил вполне и во всех побывал местах, мимоходом постигнув суровый закон кулона, закавычки магических формул на трех листах, но чадит в изголовье свеча и постель пуста. Прочь на реку осель, там проказы и бабий виск, заседает конвент, на шримуне горит ампер, электрический скат нежно жалит его миниск, молодое сердце вонзает седой маншер. Все не то, и опять горизонт градиентом сер, голова пуста, как палата весов стемер. Заключенный по полный контур квадрата пи, напряжение жил на зияющей ной теря, обдаленной рукой он покровы теперь слепи, круассанов Версаля и ровных баб Кремля, и замерзли потом на границе глухой степи, на участке большой цепи.